В Ильском доме культуры прошла 4-я районная акция фестиваля «Твори добро-2021». На фестивале рассказали о людях, которые помогли тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию и просто сделал что-то хорошее на благо нашего района. Делайте добро, дарите добро. Это завещено уже нашими предками. Даже в самые трудные времена люди друг друга выручали, когда не было ни денег, ни продуктов питания. Вспомним послевоенные годы, как все это возрождалось. Какие, в каких условиях наши деды и отцы выстраивали новую жизнь после войны. Поэтому призываю всех всегда быть добрыми, всегда быть отзывчивыми. Поверьте, оно все вернется. Поблагодарили гостей мероприятия, сотрудников предприятий, предпринимателей и просто жителей, которые совершают добрые поступки на благо Северского района. Особые слова благодарности для сотрудников аварийных спасательных служб, казаков, жителей, помогавших устранять последствия подтоплений. И, конечно, медикам, которые уже второй год работают в усиленном режиме. Праздничное настроение дарили гостям лучшие творческие коллективы Северского района. Также на площади перед ДК прошла акция «Доброе сердце». Участники дружно выпустили в небо воздушные шары. Районный фестиваль «Твори добро» в очередной раз показал присутствующим, что самый лучший дар – это дар делать добро другим.